Друзья мои, закипела у меня вода. Еще раз показываю, как чистить раков. Убираем кишку по часовой, против часовой стрелки. Серединку вынимаете. Капает у меня это добро. Вода должна быть именно кипящая. Ну, бывает такое, что не у всех вынимается кишка. Но так проще, когда вы сразу вынули, и когда сразу варите уже чищенных, потом просто кушаете, и все, они у вас чистые. Кто-то это делает, кто-то не делает, кто-то мне сказал, что я изверг. Ну, друзья мои, так я привыкла с детства, так научили меня, так всегда варили, иначе я не могу. Вот, видите, не вынулась кишка. Сейчас, может, подцеплю ее. Не хочет. Варимся. И они у меня настоятся как раз к вечеру. Сегодня же у нас будут пацанки. Вы же помните? Будем наслаждаться процессом. Гляньте, сцепились. Капает. Конечно, говорят, что сок в этом случае из рака выходит, что он будет не такой сочный. Но, друзья мои, также этот сок и заходит. Вот это вот рассол, все это дело заходит в рака, и он будет, на мой взгляд, вкуснее. Ну, вы можете чистить, можете не чистить. Это ваше личное дело. Я никого не убеждаю делать так же, никого не уговариваю. Вы же помните, да, какая у меня политика? Каждый готовит так, как ему нравится, так, как ему хочется. Я готовлю именно таким образом. Там у меня уже соль. Рассол должен быть чуть более соленый. Леночка вообще у меня любит, чтобы прямо был очень соленый рассол. Вот, я люблю все недосоленое, как обычно. Ну, в общем, посолила я вроде. Что-то вынулось, что-то не вынулось. Сейчас у меня капает, я над раковиной стараюсь их снимать. Это, вынимать кишку, чтобы везде-то не накапать. Поняли, да? Серединку берем. Хвосте и вынимаем. Сейчас подожду, чуть-чуть закипит. Варить их надо недолго. Крупный рак там 10 минут варится. Потом выключаем, настаиваем. Мелкий рак еще быстрее варится. В общем, никаких там типа 40 минут их варить не надо. Вообще быстро. Сейчас. Я обожаю раков, обожаю. Больше, чем креветок, однозначно. Единственное, что, конечно, руки в этот момент, когда их кушаешь, чистишь, они это страдают. Ну, ничего страшного. За такой кайф надо платить, как говорится, да? В прошлый раз мне писали, что я и живодерка, и что только не написали. Ой, боже мой. А как этих других животных, да, забивают и все прочее, и готовят, так это у всех нормально с нервами в этот момент. Приходят курицу, баранину, свинину покупают в магазине и что-то не думают о том, что это вообще тоже животное было, живое. Все, вот ровно у меня кастрюлька получилась. Пусть варятся теперь. Масло сейчас добавлю. Масло, масло, масло. Сейчас, погодите. Масло сливочное. Ну, вкуснее с ним. Честно. Небольшой кусочек. Небольшой кусочек. Так. И главный ингредиент, чтобы у нас хитин стал чуть-чуть помягче. 50 грамм
водки на все это количество. Тут у меня где-то 4 литра кастрюля примерно такая. Все. Варим. После закипания 10 минуток. Сейчас попробую. Не, закипит, потом попробую на соль. Будет недосолено, если я еще возьму бульон. Насыплю соли, и будет нормально. Вроде муж сказал, идет на обед. Сейчас будем кушать. Я есть хочу, я не завтракала. Столько дел уже сегодня попеределала. Еще не ела. Все, пусть варятся.